Обрати внимание, почему она то жарит, то не жарит, да, конфорка? Так газ открутил. Пошло дело, пошло хорошо. Ну, смотри. Белок белеет. Желток желтеет. Только давай, чтобы желток не растекался. Ну, у меня вилка, по-моему, не нож. Смотри, говорит, чтобы желток не растекался. А я глазу не люблю, да? Ну да. Ты думаешь, если ты на вулкане готовишь, то яичницу можешь испортить? Глеб, дай-ка я одно яичко. Вот. Дай кому-то другому. Спасибо, Борис. Вот так. Денис. Денис. На, смотрите. Наташ, давай. Ты уже определился со своим яйцом, да? А нет, у меня сразу есть. Вулканическую. Вилка. Ну вот. Яичница. А ну давай, я тебя сниму в руках. А? Смотри, даже не подгорело, а? Да. О, томленая. Красота. Красота. Ой, правда горячая такая. Особенно красивый мой жопа щеболка. Представляешь, как он ее будет носить теперь, с какой историей вообще? Ты сразу, что подписаться на ней. А почему ты ходишь год в одной футболке? Ты знаешь, где она была. Что, она прошла? Ням-ням. Ням-нямка. Вулканическая. Какой же извращение сделал следующий раз? Да-да-да. Глеб нас видел с каким-то необычным. Вкуснота. Придержу. Нет. Кого? Все надо было. Какая вкусная яичница. Неужели у тебя еще есть фантазия? Ням-ням. Я даже не начал фантазировать еще. Я не знаю, что еще придумать. Уже. Так, в следующий раз сюда с группером идем. Да. Приглашаем его на экскурсию. Группер. Группер на экскурсию приглашен. На самом деле, попал желток. Если завернуть... Это кратер образовался. Я уже наелся. Вячеслав, как она? Если завернуть мясо в фольгу... Кинуть вот туда, вот это где-то на пару... Клевтика тут запросто можно приготовить. Если да, если в этом...